За первый квартал текущего года статистика несчастных случаев на рабочем месте, на предприятиях и в организациях города Надбуком пополнилась 10 происшествиями. 3 из них со смертельным исходом. Хочу отметить то, что из 10 несчастных случаев у нас 4 случая произошло за пределами территории нашего города Бреста. Это на территории Республики Польша, в Гомельской области, в Жабинковском и в Оцевичском районе. Но, к сожалению, в статистику вошло к нам. Причина половины случаев – личная неосторожность работников. Вторые 50% – несоблюдение техники безопасности и инструкций по охране труда. Возрастная категория у тех несчастных случаев – это 52-62 года. В основном это в строительной отрасли. И, к сожалению, люди, которые уже вот 52-62 года, это те работники, которые уже самоуверены, что они делали так или... все время делали на рабочем месте такие движения свои, в частности, касающиеся должностных инструкций. Поэтому здесь должно быть очень внимательность и бдительность работников самих. В Бресте на постоянной основе работает мобильная группа. В ее состав входят представители заинтересованных в безопасности труда служб и ведомств. В 2018 году специалистами было проведено 32 проверочных рейда. В их рамках обследовано более полусотни предприятий, выявлено порядка 1000 нарушений. Наша задача основная на сегодняшней комиссии – это рассмотреть детально каждый несчастный случай, выработать меры и, соответственно, внести предложение, чтобы в этом году минимизировать несчастные случаи в нашем городе. Первый заместитель председателя Брестского горосполкома Вадим Кравчук, который также является председателем комиссии по охране труда, подчеркнул, для сохранения жизни и здоровья брестчан необходимо использовать весь арсенал мер. Следующее подобное заседание будет выездным. Охватить планируют предприятия с различным уровнем безопасности. Продолжится и должна быть еще больше активизирована и работа мобильной группы. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.